Из Саратова на Казанский вокзал поезд прибыл непростой, в нем нет случайных пассажиров. В вагоне артисты симфонического оркестра Мариинского театра. В Казань они привезли московский пасхальный фестиваль. Цветы, дружественные рукопожатия, на перроне руководитель оркестра Валерий Гергиев. Мы приходим в Казань в рамках движения по регионам России и варьируем программы невероятно. У нас почти каждый день что-то новое мы добавляем. Москва, Владикавказ, Волгоград, Владивосток. Пасхальный поезд несется по всей России. Музыкальный марафон зазвучал 8 апреля. В афише 4 программы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. Чайковский, Щедрин, Мусоргский — на сцене БКЗ произведения русской классики. В каждом городе артисты играют разную программу, а того интерес к фестивалю повышенный. Раньше мы не ходили на такие фестивали, поэтому я считаю, что сегодняшнее посещение — какой-то маленький праздник для нас. Удалось, купили билеты, ждем встречи с маэстро. Об этом фестивале я давно знаю, но ни разу не удавалось попасть, потому что работа не позволяла, не было времени, поэтому, конечно, ждал и с большим удовольствием ожидаю его послушать. С каждым годом география фестиваля расширяется. В этом сезоне фестиваль станет самым масштабным и продолжительным. Продлится он 32 дня и охватит более 60 городов страны. Впереди у артистов порядка 2000 километров турне. Уже завтра пасхальный поезд с Казани отправится в Тюмень. Алина Бережная, Марат Сатгараев, ТНВ, Казань.